Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня я с бегониями хотела предложить вам бегонии, какие у меня в наличии есть. И сейчас вот еще тепло, можно отправить. Кому нужно, девочки, пишите на WhatsApp, на Telegram, номер телефона там будет в описаниях. И можете звонить, посылаю почтой. Ну вот быстренько давайте пробежимся по деточкам. Это Dolce Vita, вот такая вот красавица. Не буду на каждой останавливаться уже. Хелен Ловис. Уже окрашивается тоже вот такая детка. Пересаживать надо их уже. Так, СВ Персия. Просто красотка с ракушечкой. Такой вот. Кармен. Радуга. ДС ночная птица. Темненькая вся будет такая. Прямо. Красоточка. Это Юкон Фрост. Смотрите, какая красивая пеструшка. Этот кустик небольшой, растет компактный. Листики небольшие у него, серебристые все будут. Азия Тундра, светлая. Тоже вот, посмотрите, какая красавица. Поэтому успевайте, кому нужно, пишите. Мэри Крисмас. Такие вот хорошие кустики выросли. Так, еще одна. Смотрите, Мэри Крисмас теперь какая. Две детки, они разные. Блэк Мамба. Вот материнский лист. Вот такие вот черные с ракушечкой. Кажутся бархатные. Вот здесь я не знаю, сколько их. Все поедут. Ничего пересаживать не буду. Амфиоксус. Крокодильчики его еще называют. Так, сейчас мы покажем красивенько его. Вот такие вот листики. Растет тоже не очень большой, такой компактненький кустик. Природничек. Паломар Принц. Красавец Паломар Принц. Опушенный такой вот. Такие вот красивые листья. Смотрите, с волосками. Такие вот. Такой хорошенький кустик. Тоже вот лист сидит. Фрагмент листа. Малайзия. Природник Малайзия. Вот такая вот. Тоже, видите, сидит с листиком. Так, это Color Visium. Подождите, сейчас сфокусируемся. Какой красивый листик у нее. Очень хорошенькая, очень красивая. Такая вот малышечка. Кармен. Вот такая. Так, Тарантул ДС. Тарантул. Такие красивые у него листья. Большие, шикарные. Такие зеленые, кто любит зелененький, вот с серебристым, очень красивый. Так, Дебаенсис. Такие мягенькие, хорошие. Смотрите, тоже опушенные листики. Весенний сад. Весенний сад еще побольше попался. Вот. Смотрите.
побольше, деточка. Некоторые есть по две, некоторые по одной. Шамус. Красавчик Шамус. Такие красивые у него листики с ракушечкой. Ну и сам листик красивый. Штаунди. Вот такой вот. Такая бегония с шершавыми листиками. Неприхотливая, природник. Цветет желтыми цветочками. Но вот с весны как начал, так все и цветет, и цветет. Хелен Ловис. Вот такая вот детка есть. Канкан Крисмас. Небольшая, такие красивые листики, вот уже, видите, окрашенные. Листики не крупные. Такая вот она. Так, еще попала ночная птица. Такие листики. Ночная птица. Эйва. Тоже вот такая вот, смотрите, пушистенькая. Хелен Деппл. Очень красивый лист у нее. Удлиненный такой вот. Так. Сули Мутата. Красотка Сули Мутата. Такой листик тоже шершавенький. Яркая. Такая вот. Пересаживать ее уже надо. Хочет хозяйки. Так, это шарм. Такая вот. Такой листик красивый. Темный со временем. Это снег тополей. Эль снег тополей. Вот такая вот красотка. Так вот, этот листик можно уже даже и оторвать. Ну, снег тополей. Сайз Морео или Сайз Мо. Вот такой вот пушистый. Вот такой волосатик. Вот такие вот волосики у него. Веселая метелица ДС. Еще Шамус. Вот такой. Побольше маленько. Блэк Мамба. Вот такая вот поменьше. Есть. Есть побольше, есть поменьше. Девочки, пишите, кому что нравится. Вот еще Сайз Мо. Посмотрите, какой красивый лист. Какой волосатик. Вот. Такие вот волоски у него. Вот они. Вот он, пушистик, лезет с волосками. Красивый очень на это лист у него. Так, ну и вот еще Малайзия стартерчик. Такой. Сейчас я маленечко тут отодвину. И будем продолжать. Стартеры. Бусинка ДС. В прошлом видео я там немножко накосячила, девчонки, неправильно сказала. Меня там поправили, девочки, молодцы. Но заговорилась, запортовалась уже. Так. Это Барса Люксара. Вот такой вот стартер. Посмотрите. Есть и деточка, и вот такой стартерчик. Природничек тоже. Так, сейчас разберемся тут. Криспа.
Конечно, вот такая красавица Криспа. Так, дальше маленько. Сейчас я стали повыше уже бегонии. Вот такая кудрявая. Вот такой вот уже стакан я ей посадила, чтобы ей там места мало уже было в стаканчике. Так, Криспа. Это у нас, вот еще Малайзия. Пожалуйста, уже смотрите. Окрашенные листики. Вот такой старчочек тоже хороший. Мейса на бегоне. Ну, всегда красотка. Просто всегда красотка. Вот такая вот. Уже большая. Уже вот ползет, видите. Надо срочно пересадить ее в горшочек. Она не боится. Ничего. Она такая неприхотливая уж. Для начинающих вообще отличный цветочек. Но очень у меня давно. Так, девочки, листада. Вот такая вот листада. У меня одна она осталась. Тоже такой пушистенький здесь. Листик пушистенький. С такой серединкой. Смотрите, какой лист красивый. Так, сейчас. Достать не могу. Вот такая. Тигровая брауна. Такая яркая. Это стартера. Так, вот такой, девочки. Есть у меня куст. Это Клеопатра. Вот такие красивые у нее листья. Вот такой большой уже горшок я ее посадила. Потому что листьев было больше. Вот этот надо все-таки уже вот оборвать. Листик сейчас я прям его оборву, потому что он портит все, весь вид. И хотя он вытянутый немножко, длинные такие. Вот. И начали падать, так как горшочек был, ну, стаканчик был у них. Ну, пришлось посадить горшок. Вот такая вот. Кто хочет, пожалуйста. Так, вот такой вот шамус. Вот такой большой, посмотрите. Красавчик уже вырос. Кто не хочет возиться с малышами, пожалуйста, ростить их. Вот. Кто-то хочет большие сразу. Вот транзиточки уже сидит давным-давно. Очень красивый. Такая радуга. Тоже вот транзитки. Видите, здесь немножечко он уже оголился. Ну, так с ним все хорошо. Сейчас покажу. Вот листочек молоденький. Вот еще лезет. Его просто надо заглубить. Чуть-чуть. Пересадить, короче, его надо. Руки нужны. Что-то не хватает на все. Рук. Так, вот, девочки, еще у меня есть Лерекс мажор. У меня их два, поэтому один хотела предложить вам. Вот такой вот стартерчик. Красавчик. Вот такой вот стаканчик сидит. Вот. И еще у меня вот такая вот тигровая красотка есть. Вот посмотрите на нее. Просто вот она. Красоточка. Может, кто хочет такую тигрушечку себе. Неприхотливая. Здесь, не знаю, 2-3 уже. Там ответвление идет. Поставите. Вообще никаких проблем нету с ней. Так, сейчас. Секундочку. Ну и тростниковую я хотела вам показать. Это Лукин глаз. Я его обрезала. И в прошлом видео предлагала срезы
Ну вот, а этот укорененный можно еще и срезы у меня есть. Но макушки только нету. Так, макушки нету, но... Вот такие вот, посмотрите. Сейчас я покажу уже. Вот они уже дают, вот видите, побежек. Стоят они у меня в водичке. Уже корешочки. Вот, видно, да? Маленько видно корешочки. Так, у меня их 2 среза. И вот еще тоже. Вот он дает уже побежек. И вот такие вот маленькие уже корешочки. Ну, я их недавно обрезала на срез. Так, еще есть у меня макулата. Вот такая красавица макулата. Тоже тростниковая пекония. И есть поменьше. Эту надо. Здесь вот видите. Вон там она уже дала побежек тоже. Кустиком будет. Но можно поглубже ее посадить. И все будет прекрасно. В стаканчике она давно уже тут земли мало сидит. Так, и робин, я показывала там, что робин красивый, у меня цветет, было видео. И я его, естественно, обрезала. Вот такие вот уже, смотрите, так, корешки. Вот такой вот красивый листик. Вот, видите. Вот он уже. Вот макушечка есть такая же. Это не макушечка, но вот уже дал. А это вот макушечка. А еще у меня есть, вот смотрите, какой корень. Это просто промежуточек был обрезан. И здесь вот пошел уже. Идти расти 2 даже. И вот такой хороший корешок. Я тоже их предлагаю, тоже посылаю их. Хорошо их упаковываю. И все прекрасно доходит. Так. Ну и, девочки, еще я хотела вам предложить другие цветочки. Не... Ну, как всегда. И еще немножко других цветочков. Так, вот такой вот антуриум. Так, сейчас мы поднимем. Вот такой вот антуриум. Ковали называется, сиреневый. Ковали, наверное, так правильно будет. Вот. Вот такой. И тянем. Вот такая вот деточка. Вот он с цветочком. Такой цветочек. Так. Эпипремнум Enjoy. Вот такой красавчик. Такие красивые листики у него. Каладиум Мисс Мофис. Уже прям подрос. Прошлый видео я его снимала. Он был маленький, а сейчас уже подрос. Может, кому надо, пожалуйста. Эписция. Вот такая вот эписция. Посмотрите, с розовыми. Тут даже вот сидит еще как листик от фиалки воткнула. Вот такой вот красивый листик. И вот такой вот. Вот такая писция. Такая пушистенькая.
Так, декабрист белый. Такой хороший большой кустик уже. В этом году цвести будет все прекрасно. Филодендрон розовая принцесса. Вот такая вот уже большая. Все разобрали, одна осталась. Так, что-то тут у нас насыпалось откуда-то. Молоденький листик. Фуксия, девочки. Оранжевая юбочка. Оранжевая, ну да, юбочка и белые крылышки. Так я скажу. Nothing Post называется. Вот такая вот фуксия. Ну и последний цветочек. Это ситкриазия. Это традисканция. Вот такая вот сиреневая. И цветет она сиреневыми цветочками. Вот такой хороший большой кустик. Ну, а на сегодня все, девочки, мальчики, друзья. Вот такие вот малыши, и побольше, и поменьше. Кому надо, кому понравились, пишите. На сегодня до свидания. Всем пока-пока.